У меня до сих пор ноль. Вы понимаете, насколько секунды? Да мы понимаем, думаю, что ты нуб. Да может выйти на секунду, все это отключить и найти? На секунду. Думаешь, за секунду это все закончится? Три! Блять, не садится! Да почему не садится? Ты сажайся уже! Блять, на бутылку сел! Ё-моё! Даркфуд. О, что-то тяжелое, видимо, устанавливается, у меня вообще начал. Да я слышу. Hey, I recognize this. That gun store is just up ahead. Установилось все, все, я играю, ребята. Да, ну да, три урона, красава. Вот здесь, сюда, вот там граничка. Может мне не сливать его? Да. И, Лёш, ты тоже не сливайся, в смысле. Блин, он сбоку. Жди. Иди. Ты куда? Ебать, серьёзно? Я не понимаю, Чипчелинка чё, нам в трусах мелочь носит? Почему ты его не сбил? Лёха! Да, я сейчас начал смотреть сеть, повторно стали снимать, кто самое слабое звено. Угу, всё, я тоже видел. Блин, я не смотрел серию, я просто видел, что снимать начал. Прикольно, мне нравится. Да, мне без блага. Правда, там куш такой вечный. Когда мелкий был, всё, я думал, ебать она, сучка, вообще. Да, да, она такая. Ничего не прощайте, вы слабое звено. Там просто шутки ржачные, типа, блядь. Вы, блядь, слабое звено, кто купил диплом в переходе там, или... Или какая-то хуйня. Лёша, бля, какого хуя? Я даже не прыгал. Что вытворяешь? Так я даже не прыгал, а просто шел. Сбоку пройти пытался, он в зал за него запрыгнул. Я даже не прыгал. Магнитится, видимо. У меня такая фигня была, когда я с крыши просто падал, я даже прыжок не нажимал. Ну да. Он, блядь, почему-то зацепился и отнял у кого-то, не помню у кого, ну ему тоже упер.